Подтягнуть фигуру и узнять настрой. У Гомеля реализуется проект «Стройная мама». Занятки проходят у Центральном парку. У программе «Оздоровленшая жаночая гимнастика». На одной из тренировок побывала Вероника Гамзюкова. Бадзёрая раніца, позитивный день, добрый настрой. Это главные мети проекта «Стройная мама». Его керавник – гомельский фитнес-тренер Светлана Харужая. Бесплатные оздоровленчие занятки на свежем поветре она организует другий год. С этим проектом Светлана удельничала у споборництве по теме социального предпринимательства и трапила у список финалистов. То, что мы здесь создаем, мы создаем женское здоровье. Я думаю, не только мамам оно необходимо, но необходимо всем, потому что все эти упражнения, они улучшают состояние женской сферы, они улучшают состояние позвоночника, мы выстраиваем красивые осанки. Вот если со стороны вы видели, казалось бы, упражнения вроде простые, но на самом деле мы создаем такое расслабление, что позвоночник сам выравнивается. Вам главное вообще сюда прийти, все остальное я сделаю за вас. Просто придите, посмотрите на меня, и я как тренер, я вас проведу к стройности, поэтому не волнуйтесь, все приходите. Тренировки проходят по середах и пятницах с 8 до 9 радницы. Не глядя на ранний час, жадающих заниматься шмат. На пляцовце каля Лебединой сажалки тренировка собирает не меньше, как 30 человек. Многие долучаются у режиме онлайн. Занятки транслируются у социальных сетках. Я прихожу сюда за бодростью, за свежестью, за силой духа, за оптимизмом, за радостью и за солнечным летним утром. Казалось бы, простые упражнения, без особого напряга, насилия над собой. Но в течение дня настолько держится корсет, и так хочется ходить королевой, и не только хочется, но и ходится. Я хожу на все занятия Светланы. Очень рада, что можно сходить, позаниматься в таком чудесном месте. Потому что здесь очень красиво, здесь прекрасный воздух. Любуешься природой, и занятия всегда приносят бодрость, и потом целый день прям летаешь на крыльях. Вот я очень рада. Прихожу весь цикл занятий у Светланы, очень довольна тренером, очень довольна эффектом, очень довольна настроением. Занятие бодрит, в теле радость, это видно. Приходите, ребята, в парк. Тренировки на свежем поветре протягнутся до конца лета, а после плануется перейти на закрытую пляцовку. Вероника Гамзюкова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».